Я была в садике, когда они прилетели. В громадных кораблях. А мы не стали их бомбить ядерными ракетами, потому что вдруг они хорошие. Они никакие не хорошие. Ни капельки. И они включают такой яркий свет, от которого все приборы ломаются. Компьютеры, радио, спутники, машины, телевизоры. Все. Всю нашу армию разбили, весь флот. Они убили всех моряков и солдат. Теперь сражаются наши родители. И они взорвали столицы всех стран. Нью-Йорк, а еще Вашингтон и Париж. И все крупные города. А потом пришли сами. Их были миллионы. Миллиарды. Повсюду. Арахны и техны. Взрослых они убивают, а детей ловят. Надевают на них такие штуки. И дети их потом слушаются. Это называется хомут. Мои родители пошли за помощью и больше не вернулись. Их убили. Ничего, малыш, поплачь. Когда об этом говоришь и рисуешь, становится легче. А ты что рисуешь? Маму. Она пошла искать еду и не вернулась. Мы ее потом нашли. Мертвую. И папа сказал, что нам надо уходить. А Бен был у Ника. И, наверное, попался. Мы точно не знаем. А здесь кто? Это я, папа и Хэл. Не переживай. Вы ведь все здесь. Но ведь они взрослые. Они воюют. Вдруг их убили? Вперед! И здравия, соратники! И сегодня пришло время рассказать вам об очередном документальном сериале «Сошедшие с небес». В русском переводе не совсем корректном это звучит именно так. Вообще это «Fallen Skies» – «Падающие небеса». В этом сериале есть все, о чем мой канал. Там есть и структура роя, там есть, естественно, глава этого роя. Там есть то, в чем я варился долгие годы. Я даже, когда мне Муна рассказала про этот эпизод, чуть не всплакнул. Потом выпал в осадок и дня три пересматривал этот сериал. Я о нем узнал буквально месяц назад, в январе. Мне написала одна подписчица. Честно, я не знал об этом сериале. Я ничего не говорил Моне, я думал, что это мой глюк. Но, оказывается, это не только мой глюк. Я не знаю, почему это документальный сериал. И почему больше документальный. Либо потому, что была ядерная бомбардировка, это показано. Либо потому, что реально детей воровали, это наша... Собственно, самая большая ценность – дети. Либо потому, что там вся структура роя и наши любимые рептилоиды, которые на побегушках, которые стоят чуть выше роботов. Либо потому, что там есть и спруты, так называемые. Там все показано в открытую. Кто, что, зачем, какие функции. Там показаны методы воспитания людей, детей. Пионеры, которые готовы предать родителей. Там показаны методы пси-воздействия врага. Там показаны уязвимые места и детали. Там показан главный герой, который, ну, чем-то напоминает меня, наверное. Может быть, я слишком близко это все принял. В общем, можно много говорить. Я могу говорить об этом сериале часами по понятной причине. Кто смотрит мой канал... Те понимают, о чем я. Кто не смотрит, смотрите вводный ролик, ссылка будет в описании. Там показано все, реально все. И это не единственный такой документальный сериал. Я вообще не планировал осматривать сериалы до конца года. Но раз так пошла, масть, как говорится. Как говорил мой дед, война план покажет. Так вот, война внесла коррективы. Сериал я начинаю разбирать сейчас. Обзор. Посмотрите, и вы многое поймете о нашем враге. Что, как и почему. Потому что фантастика на самом деле документальна. Как ведут себя личинки, какие есть особенности у того либо иного персонажа. Я уверен, вы легко поймете, почему повстанец Спрут одноглазый.
Вы легко поймете, почему он против. Вы легко поймете, кто нам помогает и что в Рое не так, каковы его слабые стороны. Не случайно все в этом сериале. Буквально все. Там показано, что их энергетика для нас ядовита, соответственно, наша для них. Там показаны технологии. Там показано очень многое. Поверьте, и не случайно этот человек учитель истории. Реальной истории, я надеюсь. Там показано, как идет подключение по чакрам. Естественно, наша главная героиня. Там вкратце показана история, что было два потопа. То есть две войны. Первую мы выиграли. И вот на вторую пришла главная. Там показаны и измененные спруты. Что на самом деле они не такие. Там очень много интересного. Если поделить на 3, а то и на 10, весь тот пафос американский, который туда запихали по понятным соображениям, можно и прямо, и косвенно увидеть очень многое. Поэтому, если вы желаете, присоединяйтесь в обсуждение в группу. В группе Антирой будет обсуждение. Пишите здесь в комментарии, пишите все, что вы думаете. Вкратце я вам что-то рассказал, все остальное вы увидите сами. Повторю, сериал документальный, буквально руководство к действию, по крайней мере для меня. Добра, соратники, и до новых встреч. Я хочу кое-что тебе показать. Будущее. Ты забрал все и всех, кого я когда-либо любила. Не оставляй меня. Хватит сражаться, хватит бегать. Так нельзя жить. Мы должны закончить эту войну. Мир изменился. Это война. Здесь не место чувствам. Но не все потеряно. Я еще стою, сволочь. Когда остается надежда. Чего они хотят на самом деле? Здесь ты в безопасности. Стивен Спилберг и Эмблин Телевижн представляют. Грядет великая битва. Это геноцид! Это истребление! Им не удастся стереть нас. И конец человечества. Еще не написан. Тебе я нужен. Так вот он я!